Активисты недавно созданного гражданского движения «Антигептил» зазывают на свою практическую конференцию. Мероприятие целиком и полностью посвящается российским военным полигонам в Казахстане. Конференцию активисты проводят за собственный счет. Минэкология отказалась помочь. Другие инстанции проигнорировали обращение активистов. Министр здравоохранения, вот сейчас Махсат говорит, до сих пор не ответил на письмо. Письмо было еще месяц назад выслано, оно так висит до сих пор, она на него не ответила. А премьер-министр даже это письмо не опубликовал, то, что было ему направлено. «Антигептил» — это прямое последствие падения и взрыва российского ракетоносителя «Протон». С начала лета активисты движения успели провести серию пикетов у российского посольства, а потом создали коалицию. Несмотря на большой межгосударственный скандал, новый плановый запуск «Протона» с Байконура должен состояться в середине сентября. Роскосмос почему-то не смотрит на это, и они по своему графику вот 17 сентября собираются запускать. Неделю назад глава Казкосмоса Талгат Мусабаев заявил российским журналистам, что авария «Протон» никак не сказалась на здоровье казахстанцев. Тем не менее, на месте аварии специалисты зафиксировали многократное превышение предельно допустимой концентрации гептила. В Астане комментировать заявление господина Мусабаева отказались. Впрочем, Казкосмос подтвердил, что примет участие в конференции движения «Антигептил».